Ну что, уже третья игра на сегодня. Давненько такого не было, чтобы три новые игры на канале. Два стрима я вспоминал, как играть. Вроде пошло на пользу, потому что и Tiny Toon на геймбое, и Deep Dark Trouble, они прошлись, к счастью. Давайте смотреть, что с Индианой Джонсом будет. Хороший сериал про могучих утят. Это про хоккей? Про Анахайм Дакс, что ли? У них же утята. Так, ну здесь заставки точно нет. Индиана Джонс. Последний крестовый поход вроде называется. Исследуйте пещеры. К сожалению, ребят, очень жесткий тайминг, поэтому... Ну, точнее, не тайминг, а таймер. Поэтому, возможно, в чат у меня не получится долго поглядывать. На. Ой. В пещерах свет гаснет. Враги ХП выносят только в путь. Еще и есть общий таймер в игре. Он прям посреди экрана нарисован. Блин, вот и до Индианы Джонса добрался на стриме, наконец-то. Зорк, потом не говори, что только Микки Маусов играю. Добрался до новой франшизы. Только игра, конечно, такое себе. Так, надеюсь, таймер не пропадет. Да, робот можно так назвать. Музыка, кстати, нормальная или тихо? Потому что, мне кажется, тихо играет. Вот, у меня уже факел закончился, пещера потухла. Немножко странно звучит, пещера потухла. Ёй. Играем за Харрисона Форда, да, Виталий? Его, кстати, нормально так... Блин, как это слово-то, господи. Короче, нормально его так оцифровали для этой игры. Видимо, все силы ушли именно на это. Ой, сейчас повезло, что не задел. Тихо. Ну, на следующем уровне, робот, я добавлю громкости. Не, робот, мне кажется, он нормально выглядит. Так, тут вроде нифига нету, можно дальше идти. Дима играл какого-нибудь Индиану Джонса? Ай, враг подлый. Да блин, зажимают бочки какие-то. На тебе в лицо прям. Это ГБ порция, то есть он вышел... На NES игра вышла позже, чем на Game Boy. Надо будет на Game Boy тоже ее глянуть. Нет, не играл, понял, Дима. Я вот тоже не играл и впервые добрался на стриме. Да, Индианы Джонса. Ну, на стриме именно, я имею в виду. Вообще, у меня в детстве Янг Индиана Джонс был. Блин, как я умудрился факел не взять. Ничего не помню, там вроде мостик был, ну ладно. В принципе, по силуэтам можно понять, что где находится. Так, сейчас Басинский будет. Босс просто... Просто эпичен. Он стоит на месте, машет бревном и бьет об пол. Ой, какой тяжелый босс. Ой, как приходится от него уворачиваться. Ой-ой-ой. Ой, я почти при смерти уже. Да, очень сложный босс. Очень сложный паттерн у него. Прям буквально чудом каким-то сейчас не получаю урон. Да выпендривался. Прям бревном по хребтине. Так, погромче сделать, да? А то, правда, что-то музыку в игре вообще не слышно. Так, ну 15 пунктов поднял, сейчас должно нормально быть. Если будет громко, скажете. Кстати, тут пароли дают еще. Сбегите с поезда, следующий уровень. Янг Индиана вообще богичен. Самая первая игра, нифига себе, Сейнт. Повезло тебе, у меня самая первая игра это Галаксиан была. На многоигровке с Айс Климбером, Галагой и Бэтл Сити. У тебя был на Сегу Индиан? У меня в детстве было два картриджа, оба багнуты в одном и том же месте. Как я горел.
Игра выглядела и игралась хорошо вроде, этот баг с ума сводил. Не, Зорг, на Genesis мне не попадалось. На Genesis у меня точно не было. На, стреляет он по мне. Блин, робот, спасибо еще за 10 эликсиров. Ты сколько уже сегодня? Почти сотку, наверное, кинул. Спасибо, робот. Вот ты один из немногих людей, из-за которых я не хочу трову удалять. Хоть кто-то заходит и смотрит. А то обычно там вообще всегда все печально. Спасибо, робот, за то, что не только смотришь, но и... Ой. Блин, там еще один гад ходит. Спасибо, робот, за поддержку. Спасибо. Да блин, заколебал! Надо успевать его ударять. На, стреляет он тут. Лео, спасибо за награды. Ну, зря ты ману тратишь на самом деле. Лучше покопи, потому что она никуда не денется. Кстати, я кнут нашел. Блин, вот что творит, а? О, сейчас повезло, сейчас просто при смерти был. Сейчас просто люто повезло. Да что ты, ну я даже не вижу, откуда стреляют, это вообще честно? Игра, прекрати. На вот тебе кнутом, сволочь. Да, управление своеобразное, графика тоже. Ладно, проскочил, но сейчас на грани прям. Пришел к другу, когда у самого еще... Очередной эпичный босс. На Дэнди там она. Еще и вверх старт, нифига себе. Это жизни, да? Так, что-то ему нифига кнутом не отнимается. Какая неприятная картина. Вы видите, да, куда он примерно бьет ему? Ой. Зорг, ты, кстати, по-моему, про Индиану не вспоминал на Сегу до этого. 60 эликов насыпал, 10 мимо ивента улетело, если правильно понял. Вывел подарочную сапку на канал. Вроде в полночь разыграно будет среди фолловеров. Спасибо, робот, прикольно. Ну, я понял, ты активный пользователь на Трово. Если заморочиться, да, можно нормально так себе нафармить. На следующей неделе ракету соло запускаю, дальше смотрите. Понял, робот, понял тебя. Постараюсь не забыть. Игра веселая, Зорг, но Сейнт сказал, что это порт с геймбоя. Игра официальная, поэтому надо проходить, куда деваться. Что-то прям передо мной кидают. Да блин! Да ё-моё, ну чё за фигня, они просто кидали передо мной все это время. Просто затроллила на ровном месте. Спасибо, игра. Очень классно. Просто какое-то говно с неба упало и сразу минус жизнь. Хотя я успел отскочить. Смотрите, что делают. Они просто передо мной сыпят это все. Кошмар. Просто ужас. Замечательное место. Так, дневник какой-то нашли за февраль 36 года. Таблетка сломана на 4 части и разбросана по катакомбам. Осталось 3 куска. Понятно, 3 куска таблетки надо найти. Как он меня так ваншотнул? Я же ушел в сторону. То есть игре пофиг, да? Еще больше камней, спасибо. Фулл хп сняла Сейнт. Просто фулл хп. Кстати, есть несколько мемных персонажей отсылок. Там есть Харрисон Джонс. Постоянно ищет приключения. В шляпе ходит. Забавно. Так, вторая таблетка. Не пропустить, главное. Пишут то же самое, осталось только 2 кусочка найти. Еще один дурак с пистолетом. 3, 4, 5, 6. 6 раз кнутом надо огреть.
Еще есть Ксения Копчак в оригинале Хэрис Пилтон. Что-то все изломали, просто все имена. Боятся, что засудят, что ли? Так, последний кусок, 50 секунд. Надо чуть подускориться, что-то спокойно слишком иду. Блин, 40 секунд, опасно. Да, так глупо жизнь потерять, это, конечно, может сказаться. А, ну вот она, последняя часть. 0 кусков, отлично. Nintendo судит уже за один звук монет из Марио. Ну, Nintendo, они серьезная, конечно, фирма. Сколько они загубили проектов фанатских. Сколько они пиратских контор прикрыли в свое время. Не зря же говорят, большая N. Самая цензурная компания была. Ну, в смысле, где самая жесть с цензурой. Сегодня видосы Dandy Forever пересматривал. Какой же эпичный получился выпуск про Ниндзя Гайдена. Прям с удовольствием пересмотрел. Ребята, кто еще не смотрел, на официальном канале Dandy Forever. Видео называется «Как создавался Ниндзя Гайден». Просто шикарный выпуск. Очень много редкой информации было найдено. А, наверное, мой любимый выпуск на DF это про Ниндзю Гайдена как раз. На всех уровнях музыка одинаковая. Заметил, да, Лео? Так, замок Брунвальд теперь. Два кнута есть в архиве, отлично. В арсенале, точнее. Ой, чуть не свалился в воду. 5 января 38 года. Я нашел, что человек может только... Короче, в этом уровне... Ай. В этом уровне собираем записи по частям. Индиана Джонс долго? Да нет, Лео, если не фейлить. Ну что это такое? Я запрыгиваю на канат, там какой-то гад меня встречает. Блин, а время тикает. Время тикает, это плохо. Да что такое? Ну кошмар, хитбоксы, господи. Так, вторую часть дневника взял, но что-то времени очень мало. Пока читать не буду, если что. Дальше доберемся, прочитаю, что там. Ну, короче, история пока все в одно складывается. Там будут писать все одно и то же, только главное все листочки собрать. Так, вон еще один листочек. Отлично. Но это еще не вся история. Блин, 55 секунд, вы серьезно? И ХП мало. Так, я обнаружил, что человек может только собрать чашку, если он докажет свое что-то к ней, вера, что это будет именно тот предмет, который нужен. Загадки какие-то. Андреас, привет. Блин, 42 секунды. Быстрее, быстрее, Индиана. Надо спидранить. Как мало времени. Так, этого сбил, отличный. ХП мало и времени мало, кошмар. Про прыжок веры? Да, робот, кстати, скорее всего. Как игра, если честно, Андреас, ужасная просто. Ну, до этого парочку прошел прикольных платформеров. Tiny Toon на геймбой. О, время обновили, отлично. А вот ХП нету нифига. Блин, чудом прошел сейчас на самом деле. Я заметил, человек может собрать чашку, если он... Так, спокойно, спокойно. Это лучше бы я, чтобы не читал. Блин, Зор, хорошо, что я это сейчас только прочитал.
В японских компаний с цензурой и авторскими правами полный П. Редкостные говнюки местами. Это я слышал, да. Так, теперь мы внутри какого-то дирижабля. Дирижабль, ага. Как там в этом видосе было. Такие игры сразу вырубал. Ну а мне надо проходить антикиллер. Мне надо пополнять статистику не только популярными играми, но и то, что... Плохо играется, неиграбельно, несмотрибельно, неслушабельно, ненюхательно. Какие еще можно привести качества, что с игрой нельзя делать? Я ретро-стример, я должен, как говорится, все тяготы судьбы преодолевать. Кто-то этим должен заниматься. Это антикиллер, я еще не лезу на древние компьютеры, типа PC-88, MSX... Sharp X68000, Magnavox Odyssey, Atari какая-нибудь там. Так, а я правильно иду? Вроде правильно. Блин, зацепился опять за лестницу. Минута 22. Пропустил. Ничего страшного, Андрес, все сохраняется. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь ударов надо было ему. Странно, что урон не получил от приземления. О, сейчас нормально забил его. Да не какой-то там дирижабль, это фашистский дирижабль, рассадник и прочего. Мочи их всех. Здорово, Винсент. По возможности уничтожаю всех. А, ну бывает и они тоже. Да что ты, гад? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ударов. Здорово, Винсент. Вроде почти всех наказал. Ну, кстати, я фильм не смотрел, поэтому да, может быть это и... Дирижабль со свастикой. Расстреливаем накопленный пистолет. Какие эпичные боссы в этой игре, боже мой. Как тяжело от них у всех тактику найти. А! Только начинаю выпендриваться, сразу урон огребаю. Давай, откидывайся. Лёша, привет, спасибо. Приятного просмотра. Так, ну типа тройное испытание, последний уровень. Убегать не надо. Да, робот, в этом плане... Очень такой сильный контраст, да, вот как в Дональде было, где надо было убегать от них, от всех, кроме последнего. А здесь они статично стоят на месте, тебе надо только изи-паттерн подобрать и убивать их. Зорк, остановись, пожалуйста, я читаю, у меня прям это... Да, про солдата прикольно написал. Жестокие... Жестокие тайминги видеоигр. А ничего не поделаешь, у тебя скрипт прописан по 5 метров ходить туда-сюда. Все, ничего не сделаешь. Ничего нельзя сделать. Смотри, интересное кино, как Лара Крофт, только без сисек. Лару Крофт тоже ни одну не проходил. Хорошее начало, меня сразу атакуют. Ай-яй-яй-яй-яй. О, кстати, здесь времени нет, можно спокойно. Как он еще жив-то, господи? Последний удар оставалось. Так, ну что, паркур пошел. Робот, если что, где-то здесь был. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ударов. Вот здесь, робот, было по поводу, куда можно наступать, куда нельзя. Ай, не успел ударить. Смотри «Индиану», отличное приключение конца 80-х. Там молодой Харрисон Форд снимался, или на роль «Индиана» еще кого-то приглашали? Блин, ну это надо с вами смотреть. Когда я уже «Васт» сделаю? Когда уже стримить фильмы начну? Чё за фигня?
Ай, не допрыгнул, да ладно, и весь уровень сначала, последняя жизнь осталась. Дядь Ваня, привет. У меня, да, кстати, трава реанимировалась. Ну как обидно было сейчас упасть, это уже все, последняя яма была. Походу руина, Лео, походу руина. Да что-то успевает. Да вот фиг тебе. Так, ладно, последняя жизнь. Надо прям аккуратней. Как он там не допрыгнул? Нормально же все было. Блин, какая дичь. Игра просто издевается. Что-то не помню, на Денди или Сегу Ларка была, на Досе было, и было круто, кстати. Нет, Винсент. Tomb Raider пошла где-то с PS1, по-моему. Только Форд был, а еще его батя был Шон Коннери в одной из частей, фига себе. Удачи затащить это, спасибо, дядь Ваня, но руина очень близкая. Фига себе, спасибо за 60 эликсиров. Сегодня с роботом меня прям балуйте. Спасибо, дядь Вань, за поддержку. Извини, что у Беныча в тот раз не ответил тебе. Я что-то то ли в ночную смену собирался, то ли запарился, не помню уже. Я потом посмотрел, там, оказывается, столько ребят со мной поздоровалось. Спасибо, дядь Вань. Так, это был последний вроде, да? О, опять этот паркур. Ай, как близко. Ой, как близко! Тихо, тихо, Индиана, спокойно, спокойно, Индиана, пожалуйста, спокойно! Так, а куда здесь можно прыгать, куда нельзя? Здесь можно. Выбирай грамотно! Только одна чашка не отравлена. Какая из этих чашек... А, используй типа кнопки лево-вправо и выбери. Короче, берем самую неприметную, самую скромненькую, то есть вторую. Без узоров, без каких-то там прим-бомбасов. Молодец, Индиана, ты выбрал по-умному. Иди домой с миром. Иди домой, говорит просто. Есть, отлично, без контов. Как хотел, прошлась все-таки. Ну что, ребята, первый Индиана Джонс на канале. Блин, ну это потно было в конце, серьезно говорю. Там вот эти бензопилы, просто дичь какая-то. Выпил и послали. Да, кстати, бухнул с этим человеком. Я отправляю тебя с миром, иди. Здорово, Павелша, извини, что не сразу заметил. Спасибо за то, что играли во все вот в это вот. Software Limited и Ubisoft. Спасибо, ребят, хорошая игра. Да-да, Юран, здорово. Новые ребята подошли, извините, кого пропустил, но в конце что-то прям напряжные моменты были. Так, а что здесь, кстати, все? Нет. А, ну и все, титульный экран, замечательно. Ну, здесь уже все, точно титульный экран.